Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко «Добрый лед» провел в деревне Яманчурино фестиваль «Люблю маму, папу и хоккей», объединивший активные семьи, живущие этим видом спорта. Громкий смех, призывы «шайбу, шайбу», свист – это обязательные атрибуты таких хоккейных матчей. А когда в одной команде играет вся семья, вдвойне веселее. Именно такими составами соревновались между собой 20 команд из сел Яманчурино, Малая Таеба, Яльчики, Большие Яльчики и Шималаково. Главная цель фестиваля – привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и создать дополнительные возможности для развития любительского детского хоккея в стране. Ведь эта игра у нас очень популярна. Стартовала программа в 2012 году, и с каждым годом все больше регионов принимает участие в семейных играх на льду. Александр Соловьев, Республика.